Приветствую вас, собственно говоря, по то, что вы описываете, значит, свидетельствует о двух основных моментах. Первый момент это то, что вы не прожили, не пережили, не прожили смерть своего отца. То есть вы отрицаете в какой-то степени естественность смерти человека и до сих пор не научились давать себе то, что давал вам ваш папа, да? Вы не прожили до конца свои чувства, то есть не прошли все стадии проживания горя. Вот по близкому человеку. Соответственно, из-за этого боль не утихает. Вот. Это первое. И второе, это, ну, по факту, то, что вы не можете жить для себя. То есть, по факту, вы не живете для себя, по факту, вы живете ну, для кого-то, да, то есть вы вот, ну, грубо говоря, не умеете жить для себя, для своих собственных целей, своих собственных задач у вас получается, по сути-то и нет, вот. И в таком случае ничего удивительного в том, что вы не можете справиться с болью, нет, потому что вот именно сами себя сейчас эмоционально вы не обеспечиваете. Дети и семья не могут быть смыслом жизни. Понимаете? Вот. И, собственно, это ваша, как бы, это ваша проблема. И, соответственно, с этими элементами, соответственно, с этими моментами, вам и нужно работать. Вот в процессе психотерапии, как раз таки, в процессе индивидуальной работы. Вот такой ответ, соответственно, можно вам дать. На этом все, если готовы работать над собой, обращайтесь, будем рады помочь. Всего вам самого доброго и удачи!